Почетный нефтяник Борис Усачев 25 лет возглавлял исследовательский институт. Став лучшим в номинации «Признание и уважение», говорит, это награда всего коллектива. Это очень нужно не сколько тем, кому это вручают, сколько те, которые потом вот посмотрят, что есть такая номинация, есть вообще, есть за что работать, есть на что работать, есть для кого работать. У меня большая семья, у меня два правнука, правнук, правнучка. Когда-нибудь вырастут, посмотрят, и для них это будет, я думаю, это будет для них вообще приятно. Акция «Народное признание» проходит в регионе уже в 8-й раз. В этом году на участие в ней были выдвинуты почти 400 человек. Из них члены жюри отобрали 70 кандидатов. Лучших определили в 7 номинациях. Гражданская инициатива «Единство и успех» – новшество. Категория «Вначале было слово», которое появилось в год литературы. Победители выявили по результатам народного голосования по трое в каждой номинации. Свой выбор сделали больше миллиона человек. Это такой своеобразный «Оскар», только не в области киноискусства, а в области общественной и политической жизни, в области преподавания, искусства, достижения спортивных результатов и так далее, и так далее. На самом деле, это акция, которая позволяет нашим самарцам узнать и увидеть тех, кто живет рядом с ними, и по достоинству оценить возможности нашего самарского региона, где живут такие прекрасные люди. Я бы поздравила всех номинантов. И считаю, что каждый из тех, кто принимал участие в этой акции, достоин быть лучшим. Но выбрали жители Самарской области лучших и достойнейших. Наверное, самое главное, должно поблагодарить всех жителей Самары и Самарской области за наш удивительный самарский характер и за нашу очень богатую душу. Тех, кто удостоился народного признания, поздравил вице-губернатор Самарской области Александр Нефедов. Он отметил, эти люди подают пример окружающим и помогают региону развиваться. С вами, с вашим талантом, с вашей любовью к этой земле, с уважением коллег к вам, мы все сделаем, все преодолеем. Всего народного признания удостоился 21 номинант. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, «События».